Следующим этапом будем взрывать текстуры подсолнечным маслом. Чипс из кожи лосося. То есть у нас полностью безотходное производство, безотходный приход. Фингерфуда закуска, и поэтому здесь чипс более плотный, здесь чуть больше риса, чем нужно, потому что влага от креветки будет его промокать. Сколько температура? Почти 190, еще немного. Хорошо, хорошо.